Сейчас на экране вы видите двухлетние саженцы голубики, которые у меня уже растут 2 года. Первые свои саженцы я посадил 4 года назад, так что имею небольшой опыт и хочу с ним поделиться с вами этим опытом. Итак, начнем. Где посадить? Голубика любит кислую почву, солнечное место. Поэтому никакой тени или полутени быть не должно. Она также любит легкий и рыхлый грунт. Такая почва обычно непригодна для других плодовых культур. Если посадить голубику в чернозем, она пропадет, что часто и происходит у неопытных садоводов-любителей. Субстрат для посадки состоит из кислого торфа, хвойного опада или опилок хвойных и песка в равных количествах. Вот так я их и сажал, эти саженцы. Для посадки наилучшим вариантом является двухлетний саженец с закрытой корневой системой. Он должен быть в емкости, вот серая емкость, двухлетний саженец, он должен быть в емкости не менее 1 литра. Если емкость будет меньше, значит корневая система будет плохой и саженец будет плохо приживаться или потребует больше внимания у вашего. Следующее. Как посадить? Расстояние в ряду должно быть 1 метр между кустами. Междурядья не менее 1,5 метра в зависимости от механизации обработки. Если вручную, тогда 1,5 метра. Дальше. Сорт. Советую сажать не один сорт, пусть даже самый крупный и самый вкусный, а несколько, с разным сроком дозревания. Один сорт голубики плодоносит в течение около месяца. У меня посажено 15 различных сортов. Я их не выбирал по срокам плодоношения, просто взял различные сорта. Первые, самые ранние сорта созревают в конце июня. Затем плодоношение продолжается до самой осени. Сорта сменяют друг друга. Поэтому можно лакомиться вкусными ягодами весь сезон. На видео хорошо видно, что одни кусты уже отплодоносили, другие со спелыми плодами, а третьи с зелеными и только начинают поспевать. Больше всех мне понравились такие сорта, как Тора, Блюкроп, Чандлер, особенно Тора и Чандлер. Они крупные, сладкие, вкусные. Патриот, Шантиклер, Дюк, Блюджей, Бригитта, Нельсон, Дарроу. Аврору я не сажал, потому что это самый поздний сорт, потому что я его не смог достать. Следующее. Полив. Голубика очень любит влагу. Она желает, чтобы ее корни были постоянно влажные, а уровень грунтовых вод был не ближе, чем 0,5 метра от ее корней. Корни голубики располагаются в самом верхнем слое грунта, где-то 15-20 сантиметров. Поэтому очень тяжело в условиях изменившегося климата, когда на улице жара и солнце, соблюдать условия влажности для голубики. Рыхлый субстрат, в котором любит расти голубика, под солнцем моментально высыхает. Вы не успеваете его полить, а он уже к вечеру сухой. Нужно обязательно мульчировать почву сверху возле кустов хвойным опадом или хвойными опилками толщиной не менее 10 сантиметров для предотвращения высыхания почвы. Но и это не всегда спасает. Приходится в обязательном порядке организовывать хороший капельный полив, протягивая не 1, а 2 капельных ленты на ряд. Любой недостаток влаги сразу сказывается на голубике. Рост прекращается, ягода мельчает. Особенно полив важен в июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветочные почки для будущего урожая. Если в этот момент голубика будет испытывать потребность во влаге, субстрат будет сухой,
хорошего ничего не получится. Кроме того, обильный полив вымывает кислотность почвы. И голубика опять не хочет нормально расти. Голубика любит кислую почву. Обильный полив вымывает эту кислотность, и приходится подкислять этот грунт. Поэтому нужно несколько раз за сезон, особенно после проливных дождей, проводить подкисление почвы. Я это делаю с помощью серной кислоты для аккумуляторов. Развожу ее в определенной концентрации с водой. Как это я делаю, ссылку сейчас вы видите на экране. Следующий раздел – это устойчивость. Голубика достаточно морозостойкое растение. Она выдерживает морозы до минус 40 градусов. Цветы выдерживают заморозки до минус 7 градусов. Голубика цветет поздно относительно других ягодных кустарников. Период цветения – май месяц. Если цветы попадают под заморозки, тогда урожай сильно уменьшается. Голубика устойчива к болезням. За 4 года я не видел на кустах никаких заболеваний и паразитов, кроме соседских курочек. Уж очень любят куры покушать сладкие ягоды голубики, как и другие птицы. Никаких обработок ядохимикатами за все это время не было необходимости проводить. Следующий раздел – это подкормка. Подкармливать голубику перегноем и навозом категорически запрещено. Нужно вносить азотные и сернистые минеральные удобрения 2 раза в год – в апреле и в июне. А сейчас о ягоде. Одно из достоинств ягод голубики – это сухой отрыв ягод, что позволяет избежать проблем при ее транспортировке. Ягода созревает постепенно, что позволяет правильно распределить урожай. Кроме того, ягоды голубики садовой не осыпаются и после созревания могут висеть на кусте довольно длительное время. При этом они не гниют и остаются полностью съедобными. У меня был случай, когда на 2 кустах спелые ягоды попали под первые заморозки. Заморозки прошли, и ягоду мы съели. Ягода не только содержит много полезных веществ, но и очень вкусная. По своему полезному составу ягода голубики садовой приравнивается к ягодам черники. Но ягоды черники, во-первых, неизвестно где собраны, ведь растут они только в диком виде. А во-вторых, по своему вкусу очень уступают ягодам голубики. Если ягоды черники ты заставляешь себя съесть, потому что знаешь, что это полезно, то от ягод голубики садовой очень тяжело оторваться. Они очень вкусные и съесть их довольно можно много. Урожайность. Хотя в описании к сортам пишут, что урожайность по 5-8 кг с куста, но у меня на 4-летних кустах урожайность не более 2 кг с куста. Так что ждать огромных урожаев на юге и в средней полосе не приходится. Обрезка. Первые 4-5 лет голубика не требует обрезки, кроме удаления сухих веточек. Затем вырезают старые ветки с мелким приростом, а оставляют молодые. Если обрезку не проводить, урожайность снизится, а ягоды станут мелкими. Голубика не то растение, которое ты посадил и забыл. Только при правильной посадке и постоянном уходе, правильном уходе, она порадует вас вкусными ягодами. Вот такой вот мой опыт выращивания голубики садовой. А сажать ее у себя или нет – это уж решайте сами. Очень непростое растение голубика садовая. Она требует себе постоянного внимания, постоянного ухода, постоянного полива, подкормки, подкисления. Так что недаром ягоды голубики садовой очень дорого стоят в торговой сети. Я решил посадить и не жалею об этом. А вы решайте. И хороших вам урожаев!